На остановке Дальневосточный университет путей сообщения вследствие дорожно-транспортного происшествия получила травму 12-летняя девочка. В сводку ГИБДД случившееся вошло как наезд на пешехода, хотя назвать это существенным ДТП нельзя. Шофер НИФАЗа первого маршрута того, что случилось на остановке, и вовсе не увидел. Не заметили упавшего ребенка и люди, которые стояли у остановочного павильона и позже вошли в салон. Кондуктор объяснила, что об аварии им сообщила диспетчер автопарка, которая по требованию полицейских велела водителю вернуться к месту ЧП. Так вы дальше еще поехали? Конечно, мы по линии, нам никто ничего не сказал. Никто, конечно, но на человек 15 сел в автобус. Никто ничего не сказал. Мы продолжили движение, посадку-высадку сделали, поехали, все. Все обстоятельства удалось выяснить, только собрав всех участников на месте. Как оказалось, школьница стояла на остановке вместе с родителями. То ли ребенок подошел к проезжей части слишком близко, то ли водитель, сворачивая в остановочный карман, не рассчитал габаритов НИФАЗа. Но в итоге машина задела девочку бампером. От скользящего толчка она упала на асфальт и ушибла ногу. В полицию родители школьницы обратились уже после посещения травмпункта. Этим и объяснилась серьезная задержка с обнаружением и оформлением ЧП. С места происшествия Валентин Борозняк, Анастасия Кузьмина и Степан Симонов.